Всем привет! Я хочу приготовить сегодня новый смузи. Сама выдумываю по мере своих знаний. Вот я взяла приблизительно вот столько ржи, замочила и прорастила до 1 миллиметра. Вот потом через соковыжималку вот такую морковку сок выжила и, естественно, мякоть, и взяла краснокочанную капусту немножко и 2 чесночка. И это все в соковыжималке, и там у меня получился сок отдельно и как бы мякоть отдельно. Я потом мякоть проросшей ржи вместе с капустой и морковкой взбила в блендере, и у меня получилась вот такая масса. Теперь я в блендер добавлю 2-3, посмотрю сколько, 2-3 столовых ложки этой смеси из пророщенной ржи, морковки и краснокочанной капусты, и добавлю вот эти зерна. Я их перемолю в кофемолке. Здесь у меня чайная ложка кунжута, 2 чайные ложки семя льна и 2 чайные ложки подсолнечника. Я уже готовые взяла, вот такие в магазине, очищенные. Жалко, что не обжаренные. Вот, это лен.